Да. Можешь иногда приподняться, говорю, и посмотреть там гранатометчика. Но это чисто по скиллу сам смотри по ситуации. У тебя, в принципе, резко есть, так что резки не жалеем, сразу резаемся. В принципе, если штурм умрет, медик сильно не торопись, к примеру, сразу резать. Ну, там, допустим, я не знаю. Не, наоборот, короче, не торопись резаться. Не торопись резаться, он тебя просто попробует резать. Я прикрою. Я, допустим, прикрою. Все, ребят, давай, поехали. Да, все нормально, Дэн. Ну, можешь поближе маленько мне, чтобы тебе не мешало ничего. Ну и все. Не, я в этом варане, я, конечно, взрываю эту штучку, эту бочку. Сейчас не буду, наверное, ее взрывать. Потому что патронов не сильно много. Жестко, жестко. Лечи, лечи, лечи его. Сейчас махну, чуть тебя опять не убил. Я, видишь, я не сильно привык к коронному Муктару, и меня немножко подлагивает, когда я снимаю. Ну, как бы так, знаешь, слегка. Вам-то, может, на видео там незаметно, а так, в принципе, немножко мне как бы мешается. Мили-мили, как бы секунда такая задержка бывает идти. Идет. А так, когда патронов много с новым броником, я этот пуфик снимаю, ну, почаще боты выходят. Прикольно набивать тут лежать. Ага, хорош. Хорош, хорош, попал сразу, молодец. Если вдруг, короче, умру, я тебе сразу скажу, и ты прикрываешь мой портал, пока я резаюсь. Угу, подранил тебе его. Чуть-чуть так. Так, немножко себя лекнуть. Все правильно делаешь, Дэн, молодец. Да, убей, убей, помоги, помоги, Дэн. Угу. Да, это самое. Я, короче, хотел, короче, помочь, поэтому по бойцу спереди. Снайпер, я тебе говорил, что ты косяк. Я тебе это говорил. Да. А потом, ой, блин, говоришь, а зачем резалка? А вот за тем, чтобы такого вот не происходило. Мне не важно, кто тебя там завалил, с двух сторон, с трех сторон. Ты обещал, что там без ресов проходишь. Вот тебе без ресов сдох в итоге. Да, все хорошо, взял, сдох на 17-м. Вот ты такой жук, а? А прикинь бы, что-нибудь это самое не получилось бы. Плакала моя акула. Ха-ха. Да. Не, коронный ктар прикольный, мне нравится. Коронный ктар, в принципе, интересен. Ну, я, видишь, мне привыкнуть к нему надо. Как-то чуть-чуть непривычно, я не знаю. А, покажи, покажи. Смотри, медик, кто у нас медик? Джимми. Джимми, короче, вот так вот здесь клумба, да, получается. Вот так вот лежишь позади штурма. Ну, как бы немножко чуть назад. Пусть даже если ты ничего страшного, если ты не достаешь до него, он к тебе всегда может как бы влево, ну, короче, назад вперед дать. Вот, ты как бы сильно там сам можешь поползать там как бы, ну, я не знаю, смотри по ситуации. Я сзади тебя вот здесь вот. Вот ты, да, правильно лег. Я вот здесь, получается, портал просто крою. Ты меня лекаешь, его лекаешь. Можешь бегать, как бы полечить снайпера, потом обратно вернуться. Потом вернуться обратно. А вперед у нас ложится, кто у нас ложится, не знаю. Нет, мне надо, чтобы человек это самое, у столба был с резкой 100%. Видишь, что? По-моему, столба легче, если пройти.
Оно интереснее, легче, но я не знаю. Смотрите, короче, по силам. Потому что ты уже свою силу показал, сдох от бойца, который сверху вышел. Да, да, да. Ясно, короче. Давай, 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 так и будете делать. Куда тебя там заснять? Как ты на дракона прыгаешь, что ли? Да ты на него залезь сначала. Ага. Ты на него залезь сначала, на этого дракона. Пока. Засними, говорит, меня. А где он? Не знаю. Ну-ка, дай я, подожди. Я, кстати, давно не запрыгивал. Дай попробую. Это уже, не знаю, очень давно запрыгивал последний раз. Вы друг другу просто мешаетесь? Погодите, ребят, дай. Вы уже попробовали, да? Сейчас я попробую. Вот, уйдите, пожалуйста, отсюда. Ребят, пожалуйста, уйдите отсюда, с центра. Просто реально... Нет, нет, просто мешаетесь. Сейчас я маленько пойму. Забыл, короче, как это делается. Сейчас, сейчас, подожди. Да ну, это вообще жесть. Не, я прыгал. Короче, меня что-то откидывает, Когда просто на пробел, меня откидывает. О, Дэн Кросс. Да что ж такое-то? Это какое-то издевательство. Да это, блин, вот показал, а. Я перепрыгивал, давно-давно был. Мастер. Да, из тебя мастер тоже не мастер. Ну и давай. Мастер. Короче, у меня что-то не получается на shift нажать, чтобы прыгнуть с этой тумбы. Лумбы. Я не могу нажать на shift что-то. Не получается кому-то. Забейте. Все. Ерундой страдаете. Иди сюда, иди. Бам, себя убил. Я хотел кого-то и себя. Ладно, короче, поехали дальше. 18-й. Забыл, какой этаж, ребят. Не, я потерялся. Все, все легли нормально, все замечательно. Так и лежим. Этот самый, я что-то не понял. Штурм и снайпер, вы что делаете? Ну, в принципе, ваше дело. Но надо было меня предупредить сначала. То не согласовали и... Не-не-не, я... Да я не понял, но я, видишь, я ваши голоса первый раз слышу там некоторых. Сейчас со всеми я общаюсь. Ну и с твоими. Вообще СЦБ говорил. Я не помню, я с тобой не играл. Нет, я не играл с тобой, серьезно, я с тобой не играл. Да? Я с тобой не играл. Когда я с тобой играл? Не-не, когда я с тобой играл? Когда я с тобой играл? Ой, записывал. Я тебя не помню, короче. Не знаю. Первый раз вижу. Я могу тебе сказать, что еще когда Андрюха тогда с нами еще тоже ходил. И Ромаев с нами ходил в тот момент. Да я не помню, постоянно меняется народ. Все время кого-то провести надо, что-то еще. Не-не-не, я еще не скажу, о чем вы говорили. Мы с тобой еще говорили о работе с Украины, что ли, да, приезжал, куда хотел приехать туда. Правильно? Чего? Ну, не, вообще, я бы бабушку в Одессе на это навестил бы. Ну, она уже в плохом состоянии, болеет сильно.
Но вот не могу приехать, потому что, видишь, такая нестабильная обстановка в политике. Это да, это есть такое. Но я не помню, короче. Да все знают, что я к бабушке не могу приехать. В принципе, не ново. Не бегай. Тихо. Ребят, договаривайтесь, когда надо резать, когда не надо. Там, как бы все в РК, там один сказал, там, можешь резать там или что. В принципе, ботов нету. И все, и нормально. Не, прикольная штучка, только непривычно мне с этого ктара. 15 пульсов осталось. Это же штука. 12. Да, не знаю, мне 17 хватит. Мне 17 хватит. Как раз блок один остался. Вот и все. Затащили тебя. Ликва без знака. Зато мы тратили эти знаки. Ага, затащили. Да. Протащили рак. Ладно, ясно, все с тобой понятно. Че, пойдем? Поехали, ребят. Ребят, поехали, сейчас-то все уже, надо уже скорее, уже час проходим эту ликвидацию. То там что-то болтали, то там АФК, то еще там. Кто-то покушать ходил, кто-то кофе ходил пить. Долгая ликвидация получилась. Сейчас. 5 секунд. Ребят, еще один выстрел. 2 выстрела сделал. Ну, последний выстрел сделайте. Я не хочу резаться. Врачье. Да вы чего? Не, серьезно раки. Просто раки. Если не сделаете, я просто выхвачу. Ну в хвост попади хотя бы. Я больше с вами не пойду, я с вами больше не пойду. Ребят, я с вами больше не пойду. Я с вами больше не пойду.